как золотая рыбка авианосец США по океану гоняла. Источник изображения u.s.navy/wikimedia.org 49 лет назад, 18 декабря 1970 года атомная подводная лодка К-162 проекта Анчар установила мировой рекорд скорости, не побитый до сих пор на мирной миле субмарина в подводном положении разогналась до 44,7 узла, 80,4 км в час. Анчар был плавучей революцией, первая подлодка с титановым корпусом, первый в мире корабль, способный запускать крылатые ракеты из-под воды, первая субмарина нового класса охотник за авианосцами. Удар из глубины. В 50-е годы ВМС США разработали стратегию реалистичного устрашения, действующую до сих пор. Упор в ней сделан на авианосные ударные группировки. Если где-то кого-то надо напугать, туда отправляют гигантский авианосец в окружении крейсеров, эсминцев и подлодок. Выглядит это реалистично, Ответ Советского Союза был асимметричным, вместо того, чтобы строить гигантские крейсеры для грандиозных морских боев, решили создать небольшие, но очень быстрые и хорошо вооруженные подлодки, способные подобраться к авианосцу и вывести его из строя ракетным залпом. Субмарины той поры уже умели стрелять ракетами, но были вынуждены подниматься для этого на поверхность, что никак не годилось для борьбы с АУК, пока всплывшая подлодка изготовится к стрельбе. Ее изрешите от корабли сопровождения. Поэтому одной из первых задач, поставленных разработчиком Манчера, было обеспечить старт ракет из-под воды. В декабре 1959 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о создании новой скоростной подводной лодки. Ее главным конструктором стал академик Николай Исанин, один из самых засекреченных людей своего времени. В тех заданиях содержался запрет на использование уже имевшихся технологий и вооружений. Все надо было выдумывать с нуля. В К-162 воплощены 398 совершенно новых технических решений, от телеметрии до автоматических систем управления агрегатами. Цена победы. Золотой рыбкой новый корабль прозвали еще на этапе строительства за высокую стоимость, 240 миллионов рублей или 1% тогдашнего бюджета СССР. Не меньше была и сложность проекта. Для воплощения задумок Исанина и его помощников пришлось создать новую отрасль в цветной металлургии Данчера Титан в небольших объемах применялся в авиастроении, а здесь понадобились высококачественные отливки весом в десятки тонн. Из-за иных характеристик материала судостроители вынуждены были пересчитывать прочность конструкции, осваивать новые методы сварки. Все это потом не раз пригодилось, но первым было очень трудно. Конструкторы К-162 задумались об эргономике, они тестировали построенные в натуральную величину макеты боевых постов и командных пунктов. 106-метровый корабль высотой с четырехэтажный дом управлялся небольшим штурвалом, похожим на самолетный. Подводники размещались, жил в комфортабельных каютах с кондиционированным воздухом. Камбус был оборудован для приготовления прохладительных напитков и мороженого. Пожалуй. В большей роскоши жил только экипаж другой легендарной субмарины, АПЛ-проекта 941 «Акула». На Анчире случались аварии. Несмотря на автоматику, корабль был сложным в обслуживании и ремонте. Зато в море золотая рыбка творила чудеса. Не уйдешь. На скоростные испытания К-162 вышла из Северодвинска в 2.30 и требовался максимальный прилив, чтобы выпустить в море атомоход с 8-метровой осадкой. Замеры проводились на глубине 100 метров. Прозвучала команда «Самый полный вперед», отщелкнула рели автопилоты и все, кто был в центральном посту, за что-нибудь схватились. Подлодка стремительно набирала скорость. После 30 узлов шум обтекающий корпус воды перекрыл все остальные звуки, к 40 узлам он превратился в рев, Разговаривать в центральном посту стало невозможно, да и незачем команда следила лишь за состоянием реактора, глубинами, трамилагом. На первом галсион он показал 42 узла при 80% мощности реактора. Это уже был рекорд на такой скорости за анчаром не могли угнаться ни эсминец, ни торпеду. Но экипаж перевел управление в ручной режим. Выжал из атомного котла 97% мощности и разгонал К-162 до 44,7 узла. Через год выдающиеся спринтерские качества золотой рыбки пригодились в боевом походе. К-162 нашла в Атлантике ударный авианосец США Саратога и несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль улепетывал на предельной для себя скорости в 30 узлов преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Мы могли уничтожить авианосец первым же залпом, вспоминал командир К-162 Юрий Голубков. Кстати, в НАТО Анчар получил имя ППА. Оно оказалось пророческим. Многие технологии, впервые примененные на К-162, затем легли в основу великолепных подводных истребителей таких, как Апл Лира, и ударных ракетоносцев, например, Антеев, которые служат до сих пор. Антон Велагин. Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.